Так, всем бодрого времени суток. Я вам сейчас хочу показать, как именно я отбиваю мясо на люля-кебаб. Значит, здесь свинина, 2 килограмма, 200 грамм, 5 фунтов, одна большая здоровенная луковица, жира процентов 40, 35-40, да, 60% это мясо. Что мы делаем? Мы, значит, все это промололи, положили в посудку, да, вот. Руки немного смочили водой, просто чтобы они были влажные, да, вот. Берем фарш и начинаем его отбивать, вот так вот. Короче, чем больше мы его отобьем, да, соответственно, тем лучше это будет. Я рекомендую, ой, простите меня, пожалуйста, я рекомендую отбивать. Ну, короче, вот этот объем я отбиваю, наверное, разов 25 или 30. Опять же говорю, мясо приобретает такую пластичность, вот именно от слова пластилин, да, наверное, скорее всего. В общем, оно должно быть таким шикарным. С ним отлично работать будет. Потом мы его отправляем в холодильник, чтобы оно дошло, ну, посолили, поперчили, да. Вот, потом отправляем в холодильник, чтобы оно немножко дошло, и утром уже, в общем, ночь переночует, а утром будет уже люля-кебаб. Вот сейчас вот я на паузу поставлю, еще подбиваю и покажу вам, как это дело потом будет уже выглядеть. Ну и в итоге все. В общем, прошло буквально несколько минут. Вот. Мясо даже на ощупь стало, ну, совершенно просто другим. Оно такое вязкое вот стало, шикарное. То есть вся вот эта вот фрагментация, которая была, вот помола, она исчезла, растворилась. Вот, поэтому никаких сюда желтков и яиц добавлять не надо. Но если вы так уж хотите, ну ладно, добавьте. Ой, вот так вот. Это я от лука, от лука. Плачу я, плачу. Вот, ладно. Плачу от счастья и от радости. Вот, что завтра буду делать для своих друзей. Мясо. Ладно, всем пока. Я вообще не понимаю, для кого я снимаю эти видео. Подписчики прибавляются 3 человека в год. Ребят, вам что, совсем что ли неинтересно? Вы хоть лайкните хоть разок, там кнопочку поставьте, пожалуйста. Ну, блин, я не знаю, порекламируйте кому-то. Вот. А иначе я продолжу снимать и буду снимать еще больше. Хорошо? Ладно, всем пока. Хорошего вам времени суток.